Здесь нужна любая сила и вся мощь, которую я могу предоставить. А у монахи в руках божественный молоток. I'd be glad to. I can't see much, but I hear a noise like a pig choking on wet feed. So, I guess Durance is breathing at least. Не любишь ты стойкое, да? Хотя за что его любить-то? Включите свет, темно. Здесь куча мертвых душ. Давайте зажигать свет. Full of surprises, aren't you? We light our own path now, Watcher. I don't suppose you could make a few bridges the same way, hmm? Can you do that again? I had something in my eye. Missed most of it. Я нарушил тот шутник, конечно. Кстати, я не представляю, как сейчас тяжело Джеку, потому что нести с собой столько душ. Это тени фунт изюма. Армаз. Вот нафига здесь армазы и все такое прочее, когда уже все, пина. Конечно, ты можешь потратить время на то, чтобы скрафтить зелье, которое я в принципе не пользую. Кстати, можно раздать большие зелья выносливости хоть кому-нибудь. Вот это колечко, кстати, оно полезное, потому что погибель духов, погибель носителей. Вот это крайне ценное колечко. Не знаю, почему я его раньше игнорировал, но оно, блин, полезное. Так, у меня жрачка-то осталась. Надо мое мясо дракона что-нибудь закупить. Так, посмотрим. А смогу ли я смаять что-нибудь? Свитки, еда. Да блин, не первый уровень, еда. Блюдо из мяса дракона, из яйца дракона. Ой. Яйца дракона у меня нет, закуска фермера, рис. Для сражения восприятия. Интеллекта плюс 2, пикантный пирог. Сила плюс 1, восприятие плюс 1, максимальная выносливость. На 150 секунд. Цыпленок жемчужного леса. Для сражения плюс 2, максимальная выносливость на 300 секунд. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Сейчас создадим. 4, 5, 6 ровно. Не да, мне же не уж тогда по одному это делать. 3, 4.
5, 6. Нет, да. Как же ее сделать-то, кстати? Так, ну я сделал 5 штук, в итоге мне нужно было только 3. Потому что у этого есть еще вот этот блюдо, я его, пожалуй, использую. Но сначала нужно дойти до конца. А уж потом... Обратите внимание, вот это настоящая гвинтанская архитектура. Потому что они... изначально не строили свои здания, а буквально выращивали их из атеры. Именно поэтому их архитектура настолько отдаленно напоминает Визаков. Они буквально могли создавать свои строения из живого камня. Это, безусловно, великое достижение. Здрасте, забыл покрасьте. Здрасте, забыл покрасьте. Так. Все, лежать. Откуда здесь трупы? Интересно. Это инвентанцы и это мои прошлые воплощения, которые сюда попадали. Убей ловушку. Возможно, кстати, вот этот ему лучше дать. Потому что, да, мы чуть-чуть потеряем в ловкости, но... Зато получим урон от этих заклинаний. Хотя, с другой стороны... Ну, хорошо, можно, наверное, сделать так. Зато получим таких заклинаний. Я так понимаю, от всех заклинаний, в том числе и от Мора до конца, вот ведь так? Абсолютно. Ладно, херачим дальше. Вот здесь дайки мы на них экспериментировали. Обратите внимание, привязанные, прикованные. Хотя за 2000 лет их они должны бы рассыпаться в прах и окаменеть. А это... Нет, окаменеть за 2000 лет они бы не могли, это точно. Но...
А вот и осыпаться прах в пани. Ну да, не рассыпается буквально. Что называется, пальцем ткни, оно рассыпется. Дрейки! Ладно, дрейки тут очевидные пососы. Дрейки тут очевидные пососы. Почему? Потому что они все время пытаются напугать и все время находятся в стадии. Дайте я сосредоточусь, масть. Хорош. Свиток защиты тут, кстати, где-то был. I'll make it. Ой-ой-ой. Все, сдох. Тут еще немного, и скоро мы дойдем до Таоса. Еще буквально одно применение душевного огня, и как At once. называется, и мы до него дойдем. Я не вижу. А вот, кстати, угадайте, кто? Угадайте, кто это? I'm here. Здрасте! Где ж ты был? Шутки, он даже не бог так, он скорее ближе тейк стал какому-нибудь. Это я читать не буду, во-первых, это описание, а во-вторых, из моего чтения вы мало что поймете. You understand the value of a mystery watcher, a buried scroll, a hidden truth. These are my ways. You unravel a thread, watcher, one you have lost and discovered over generations, and following it to its end has only brought you back to the beginning. Я был тут раньше. A nebula of souls, blind and brimming with potential. The answer to Whitaker's question at the beginning of yours. What would you do with them?
A song the world knows and tires of. The droning chorus repeated again and again. Better the improvised melody, the unfolding chant. The listeners sit rapt, and just when they think they have the tune, it changes again. Even the gods require fresh mysteries. На, ты хочешь, чтобы я отправил эти души черти куда, я понял? Вот здесь, кстати, хорошее замечание от умного персонажа. In a way, but something must be done, and hurling them from the machinery of other schemes is the truest course of action. Да, чтобы оно потом соединилось в еще какого-нибудь бога хаоса, только того, какого мы не знаем. И какой цели это послужит? No end, Watcher. That is the purpose. Кстати, голос моей здесь мне нравится значительно больше, чем во второй части, потому что во второй части он какой-то дребезжащий, противный. А в этой части он, конечно, явно более дешевый, да? При этом он какой-то более подходящий ему, что ли. Но опять же, мы должны понимать, что то, какими видят богов в Иое, вовсе не означает, что то, какими видят богов в Дарвуде, также видят его на Архипиаге. Поэтому их образ меняется в зависимости от восприятия. None know. They could end up anywhere in the realms of gods or mortals, whole or divided. Discovering them again and charting their course through the ether will be a new mystery. Жаль, я не могу их разорвать, точнее поглотить, иначе бы они разорвали меня на куски, а между тем смоги я это сделать. Путь к божественности был, если не открыт, то приоткрыт. Прощай, Марий. That is a word for endings, and this is but a crossroads. Even I do not know what you would choose. Да, но... О, появилось. Я думал, что там застряло. Кстати, вот по этим коням, по идее, можно выбраться наверх. Yes? Меня не отпускает ощущение, что это мои тера из предыдущих жизней, тера Джека Миросердного. Так, здесь места, а куда-то найти? Где-то вот здесь. И черта не вижу. Я что называется? Открывай. Он вообще-то должен был на коленях стоять. Ну да ладно. Мне суть важна. Надо заняться дайком.
потому что когда он пойдет в себя и поймет, что в меня нужно плюнуть огнем, может быть, уже слишком поздно. Не обращайте внимания, просто добавьте по нему. That's not very helpful. Все, кончилось. А вот и Таос, кстати говоря. Сделаем здесь сохраночку. Так, у меня еще должно быть моменту, чтобы передохнуть. Один, по крайней мере. А больше мне не нужно. Все равно эти припасы уйдут, пока мы найдем путь, как отсюда выбраться. Вот, обратите внимание, все это сделано из живой адры. Оно не построено, а буквально выращено. Ясно. Но, насколько я понимаю, адра существовала задолго до инвентарцев. Они просто научились использовать ее. А вот кто создал адру? Камень с такими невероятными свойствами. Уж небо и это боги, которые ушли. Что-то просто очень странно. Ни один другой камень в этом мире так себя не ведет. И недаром игра называется «Столпы Вечности». И недаром «Столпы». И недаром эти «Столпы» сделаны именно из адры. А ничего в этом не было другого. Именно из адры. Есть у меня подозрение, что ту самую адру тоже кто-то создал, но не могла она появиться просто так. И, возможно, она вообще разумна, просто мы об этом не знаем, хотя я что-то уже явно перехватилось. Явно перехватило. Да, тут всего 25 минут, надо же быстро дошли. Так, теперь сохраняемся. Разик. Ах ты ж, блинский свет. Не надо было мне отдыхать. Но в таком случае придется кидать в Таоса много заклинаний. Ready to take the oath, to
to spread the word of the gods to the lost and heathen. Это, кстати, все астероидные из живой ады. Все война. Опять кольцо освобождения. И ни одних перчаток манипуляции. Куча кольца освобождения. И ни одной перчатки манипуляции. Вот что за что за невезение такое? Проблема в том, что некоторый руд здесь идет. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. Куда я денусь, Таос? Я сюда пришел только потому, что твои боги позвали, так что... Вообще нам не обязательно ссориться, просто остановись! I wouldn't ask this for any other choice. Ну вообще выбор у тебя есть. Ты мог просто не делать это, не давать серые дики. Зачем это тебе? Зачем тебе давать ей столько сил? This is a missionary, same as I was. Taught the wrong things, так, as I was. Сгинь. Тебя уже я просто сгинь. Osionis. They have held off many would-be invaders. Сгинь. Я уже сказал, что меня это не дорожит. You are ready to give a confession? I am ready. To hear one from you. Да, очень интересно. Очень интересно, только это все уже заезженная пластинка. Давай мы разберемся из... Надо аккуратненько подойти туда. Так. Hey. Жуэс. Hi. I'm ready. Жуй два. Lead the way. Жуй ты. И еще по имени. Только в бою. I'm here. Как это неудобно. Да, вот съебаны дядя. Давай быстрее, у меня эффект жрачки заканчивается. You are far from your post, Inquisitor. What brings you here? They are monuments to Woodica's greatest servants among my people. I hope to join them myself one day, but my work is not yet complete.
Почему он выбрал именно Вейдику? We are in a sanctum holy to Utica. There are others like it in service to the other gods. I come here often to pray for her counsel, and in this space I may be assured that she hears me. It has many uses, but its purpose is to bring structure to the chaos that surrounds it. That woman sought only to destroy the foundations of peace and civility that my people sacrificed everything to build. Вот об этом я и говорю. Его народ пожертвовал всем, в том числе и самим собой. Таос не всегда был таким жестоким. Изначально он пытался все это изменить при помощи подкупа. Он пытался отваживать его вопритных, пытался быть справедливым, но в конце концов бесчисленные жизни его попросту сломали. The Inquisition was based on the need to cut the flesh from a rotting wound. Да существуют они, мы же уже это обсуждаем. What is a god? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? Something men can turn to in their darkest moments when their days seem only like bridges from one tragedy to the next. Our gods are all these things. Ну вообще, выпаяет еще как. We are in a sacred place within earshot of the gods themselves. This is not the time. You've been through much these past few months. Здесь Таос был абсолютно прав. You will return home and you will rest. When you feel you have recovered, you may rejoin us at the trials. The Inquisition is far from over, and I will have need of you. There are many who continue to spread the lies of the apostate. The Inquisition will not end until we have pronounced judgment on all of them. Здравствуй, Таос. How did you find it? Another in a string of acts of petty defiance. For all her knowledge, she always preferred spite over reason. That woman did more in her misery than most accomplish with their clear, ignorant minds. If only she had obeyed. Such a waste of rare talent and intellect. What of your cohorts, then? They have followed you to their deaths. Is it loyalty that brings them here? Or is it, as my agent suggests, that they have no direction of their own? На других уровнях сложности, похоже, этих статуй больше. То есть тут два камня, и по идее хотя бы один из них должен быть еще одной статуей. You worshipped Aethys, did you not? Your spies are good. What gave me away? The cape? Yet when your god needed you the most, you chose your country. We were being invaded, not by anyone who was acting like a god. Hmm.
Then I should think your hometown gave you a hero's welcome when you returned. Well, they made cake. And I think you can expect folks to get jumpy when the gods aren't there to reassure them. Maybe if they weren't all too busy trying to kill each other. The gods argue over how best to prevent Kith society from destroying itself. These disruptions would not be necessary were mortal instinct not so diseased. Собственно говоря, в этом и заключается эксперимент инвентарцев. В конечном итоге они хотели проверить, как и уж с богами и без них, но лично я считаю, что мир без богов, он скучен. И еще раз повторяю, даже Архас не существует без богов, хотя по сути там их нет. You built a weapon that delivered exactly as promised. I served my goddess as you did yours. Yet the other builders were slain. 11 of a dozen. Why not you? Were you somehow different? Redeemable in your god's sight? Ну, у стойка сильная душа. Все остальные погибли, потому что... Потому что стоик нет, стоик хотя жить. Whatever desire I had to be redeemed in her eyes was weakness, purged by the Watcher's sight. Or was it merely that your goddess wanted you dead as well, and your delusions of importance prevented you from seeing the obvious? A whore's beguiling charms, nothing more. But the spell's broke now, Theos. The trial's over. I know friend from foe. And I've come here now to see a foe repaid. You were able to destroy a god because another god wished it. Without her hand to guide you, you could not strike at a god any more than you could strike the sky. You are impotent. And not just from the pox. I understand your Duke's bells gave you a mission. Their orders do not absolve me of my greater responsibility to the safety and well-being of the Republics. Yet you disobeyed. Something you already have a reputation for. They will know, of course. If it had been for a worthy cause, they might have forgiven you. But I don't see them pursuing animancy after seeing what it's done here. They trusted you, and you disappointed, as you always have. And you will again be disowned. Но здесь Талос оказался прав. Ей эти герцоги опять в спину нож вставят. Короче, они ценят ее только тогда, когда она действует как робот, беспрекословно выполняя приказы. The parents scold, but the children are safe. Whether animancy research continues in the Republics or not, they will survive. For now, that's enough. In any case, I wouldn't be so smug about my fate, Theos. I imagine Woodica responds to disappointment much more severely than even my dukes. Это точно. Woodica его очень серьезно. State your name and purpose, young acolyte. My name belongs to the gods, and my hand to their service. And I'm going to purge it of your stain. You serve none but yourself.
Without contact with your order, you can have no higher purpose. Only the base concerns of the flesh. You have cast yourself from our ranks. No. I've risen above them. I'll take the leaden key and lead in a way that you, who remained nothing more than a slave to the gods, never could. A leader without insight, directing an organization that does not question. Quite a vision, Initiate. And the lost gift-bearer. You have been many things in this life, all because you fear what you really are. I know what I am, and it's the searching that got me there. But it was the promise of redemption that led you down that course. Where would you be if you thought all was lost? What a pity. You must not think much of people if you feel like we're all so hopeless. Or perhaps I have merely witnessed the alternative. Как я и говорил, Таус очень сильно изменился, потому что нам будет возможность увидеть его до того, как он стал таким. Пару десятков жизней назад, но что-то его явно сломало. You are here because you are lost. The gods cannot reach everyone, I'm afraid. May you fare better in your next lives. I gather you have had your soul awakened. Why else would you shadow my footsteps like some stray mongrel? You think I have something to offer you, but our business was concluded long ago. I answered your questions once. That your soul is not fit to accept the answers is of little concern to me. I lied to no one. Not to you, not to anyone. The gods are real. They are everything we need them to be, and the world is better for it. Ну, на самом деле, вот Таос в данный момент прав. Боги Бэйн существуют, это очевидно. Но то, что их эксперимент пошел не по плану, это тоже очевидно. Но Таус боится это признать. The heart of this country has skipped a beat. Nothing more. I have done far worse. I plunged the peaceful kingdom of Telosis into civil war. I slew the monarch of Desantio, whose people never knew hardship under his rule, and replaced him with a cruel despot who brought them to ruin. А зачем ты это сделал, Таус? Ты бы объяснил, зачем? When plague arrived at the great city of Arborensis, I saw to it that the cure did not. They piled their dead outside the city in heaps that rose above their walls. It is to show the proper perspective. There was a time, back when your soul was still a shapeless mist, when the world believed only in false gods. Thousands of them. Gods that told them to take slaves. Gods that told them to make war upon their neighbors and devour the slain. Gods that told them to burn their children alive and cover themselves in the ashes as a sign of their faith.
Ну, Магриан примерно тоже и указывая. Столик же проводил чистки и бои и того. Вики заглянул, я узнал, что Стоик вообще-то охотилась на скорбящую мать. И если бы она не стерла его воспоминания о себе, она бы уже была мертва. Поэтому вот прожигать этот этаж, конечно, все, что вы сделали, это уменьшить количество богов до приемлемого уровня. И все, что вы сделали, скажем, тот же Скеллин, он же явно такой же, о каких богах ты говоришь, только он уже реален. Правда, я не уверен, что Скеллин входил в ваши планы. Возможно, ненависть ваших, в смысле инвентарских рабов, породила Скеллина, как породила множество других, как породила Ваедику. Только Ваедику вы смогли контролировать и сыпить как надо. А вот маленький отголосок Скеллина появился сам по себе. И он по-настоящему мерзкий. Вот он как раз бог хаоса. Хаоса, что ни на есть. У других хотя бы есть хоть какие-то оправдания. А у этого нет. Он наслаждается только бою и страданиями. Причем как господ, так и их рабов. На самом деле, если внимательно это послушать, то именно таким он и является. But all that changed when they learned of the true gods. Our gods. All those misshapen bestial instincts melted beneath the radiance of our god's majesty. You could see it in their eyes. That dull emptiness replaced with the glimmer of a kindled spark. Ты вынудил их преодолеть свою природу. Я не буду его оскорблять. Нет, если бы мы сказали им, что богов нет, случилось бы то же самое, а то и хуже. А то и хуже. Кто-то считает, что религия сдерживает развитие человечества. Я же считаю, что она сдерживает их самые негативные пороки. No person can overcome his instincts by himself. Only with the aid of a god, someone he will respect and listen to, even against his every impulse, does he stand a chance. Have you imagined this existence? The one the apostate would have created. We are not all so virtuous as she. Without our gods, the most wicked, the most tyrannical, they would take that power for themselves. But more than that, it would be a hollow existence. All mysteries forever unanswered. All purposes constructed from meaninglessness. No endings to bring closure. Only a wheel turning without mercy, grinding our spirits to dust. Ты прав, так жить нельзя. Я изначально говорил, что Таос был прав. Мне не нравились его методы. All I have seen, the millennia of experience. I will not be dissuaded from this course. This is the only way. Тогда тебя нужно остановить, Таос. You are not the first to say that. Nor will you be the last. As long as the cycle turns, my work will continue unbroken. With your soul and thousands of others, I will see this world purged of its suffering. Hear me, Woodica. Your servant calls for aid.